какие круги намотали. Везде. Очень богатый нынче покос. Женя там, он вчера у него от выхлопной трубы загорелась, говорит, сзади. Ну, Горина увидал, потушил там тряпками. О, за тележкой съездил Володя, вот он едет. Трудно. Вот так. А у Виктора Савченко там где-то такая ручная. Сарай-то забрать бы ей, хорошо возить. А то издалека это идти волоком, это очень даже... Ну вот. Это не удержится, он упадет. У меня все время падает. Ливия. Там Марина. Ливия. Возьми вил его. Оле передай. Девчонки с ней. Ливия. Переместился туда Тарасий. Ну и тут Ольга что-то. Там Галина. На другую копну работает. Тут таскает, похоже, Фроси. Ну да, и просили. Это сама хозяйка Люба Минаева. Аклонио Нестор и Аполлинария Поле. Русское поле. Поет Гуляев Алексей, а Юрий. Она говорит, а украинское поле есть? Вот сколько их. Все. А это рядом, прямо рядом. Бывший лагерь. Теперь ставший музеем в комплексе для бедных лагерей, на которые некоторые люди напокушаются и стереть историческую память. Мы показываем как раз, как можно здесь жить. Красиво и интересно. Вот тут где-то крест стоит. Вот он возвышается. Мало того, крест стоит там, где мы молились. Вот он где. Сегодня у нас 20 июля. И у нас намечается прощальная. Вот он крест на костре. Прощальный пятничный костер. Видите, как в деревне. Какая полнокровная жизнь. А что это? Вот уже Володя принес, привез и уже все работает. Мне пришлось вот поснимать немножко. Вот так. Полина играет. Вот жизнь деревни. Вот она копна. Только пришли. Копна. А там Марина Христенко. Украина помогает России. Вот так надо жить дружно. Еще и пригласили сюда. А какие облака показать? Облака какие?
над нами провода идут, высоковольтная линия прямо под, надо мной. Кресло даже, крестовина идут как. Там он далеко-далеко, где столбы, и сбоку виден элеватор. Столбы, которые нам электричество подают. А там возвышается над лесом элеватор. Вот здесь вот где-то элеватор. Корчинский элеватор. Там где-то телевышка у них есть. Телевышка. Вот три этих. Ну тут, короче говоря, тут березка рядом с березкой. Так вот. Володя там привязывает уже. Ну не так это скоро. Ну, однако вот так. Покос идет. Дядя Вова по покосу ребятишек везет. Это прямо внутри деревни. Внутри. Вот это Володя. Пащенко дом. Это наша Ефросиня. Это хозяйка сена Любовь. А тут гости приехали кому-то. И тут же мечет. Уже выше головы. Это вот справа. Марина Христенко с Украины. Сергей Пупков. Маша тут. Вилами Люба, Галендухин Владимир Юрьевич. И это Марина, дочка Поли, Поля. Полюшка, русское поле. Юрий Загуляев поет. А она сразу говорит, а что, украинского поля нету разве? Вот так, такой вопрос. А здесь отдельно складывают Галина и Оля. А там Алёша узнавал сейчас пруд, который ищет. Миллионы зарабатывают. В деревне миллионы. Да какие ж тут миллионы? Игорь, он вырастил ячмень. Распаши землю, посади семена за свой счет. Горючая, техника, износ. И 4,40 килограмм. 4 рубля 40 копеек. Ну, это еще нормально? Ну, надо в деревне-то маленько глядеть, как люди кормят. Это там сестры, две сестры Загуляева. Дальше всех. Ну, а я стою здесь, привез пить. Работали. Наша голубятня напротив. Скворечник, так называемый. Видишь, она Люба знает как, захватила сколько и несет. А наши разве столько унесут? Видишь, она пенсионерка. Вот смотри, она сейчас как делает. Все. Вот народ какой. Помощь от Марины.
Сейчас кого-то Володя будет сажать, держать. Кто? Именно. Тараси полез. Тельняшки. Чтобы не привязывать, он ложится, разворачивается, руки-ноги раскидывает, как биатлонист. О, все. Володя запрягается. Ну, а эти сбоку вроде бы что-то делают, тянут. Да и старается, это лев. Вон они как. Да бегом, да это вообще не видно. Это вообще... Эх, деревня, милая деревня, мы в деревне себя чувствуем прекрасно. 21 тысяча селений. Вот оно себя опрокинуло, как не бывало. Вот он опять. Теперь и за следующей партией сена. Вот они что делают. Лев лежит, Тараси сидит и руку поднял двуперстно, как боярыня Морозова. А, так это не Тараси, это лежал Тимофей. Тимошка, такой пацан приятный. Решают, что делать, откуда они лежат на тележке. Разворачивать будут. Руки поднимают, двуперстно оба, но все научились. Подражает боярыне Морозовой. Так, Володя. Так. Власти, ребята, сласти. Которая тут временная, сласть. Кончилось ваше время. Поднимается. Это я издалека снимаю, поэтому так не точно. Вот так.